Сегодня состоялось очередное заседание судейской экспертной комиссии, на котором были рассмотрены ряд эпизодов матча седьмого тура чемпионата Казахстана среди клубов премьер-лиги. На заседании участвовали эксперты в области судейства, ветераны отечественного футбола. В некоторых матчах арбитры допустили неоправданные, на мой взгляд, ошибки, которые мы в течение заседания разобрали и вынесли по ним решение. Те судьи, которые допустили ошибки, это Абдамбаев Асхат и Омаров Рустам, их материалы будут переданы на заседание судейского комитета, на котором будет вынесено решение о их дальнейшей судьбе касательно отстранения от матчей премьер-лиги. Матчи седьмого тура между командами Кызылжар-Каспий на 29-й минуте произошел эпизод в штрафной площади Кызылжара, где защитник сыграл в мяч, выбив его, после чего атакующий игрок падает, натыкаясь на ногу защитника. Позиция главного судьи матча Асхата Абданбаева очень выгодная для просмотра данного эпизода. Он видит в разрез все, что там происходит, и принимает правильное решение продолжить игру. В этом же матче Кызылжар-Каспий на 90+2 минуте произошел такой эпизод. Затяжная атака Каспия. Нападающий подает мяч на дальнюю штангу. Игрок Каспия простреливает головой вдоль ворот. Нападающий бьет по воротам. И защитник играет рукой в мяч. Это пенальти и красная карточка. Это лишение явной возможности забить гол. То есть мяч летит в ворота, защитник не дает мячу попасть в ворот. Здесь арбитр Асхат Абданбаев ошибся, не назначив пенальти и не удалив игрока с поля. Чемпионатының жетінші турында Шахтермен уже пестің ойында өте жақсы бір жағдай болып көрініс болды. Сол көріністе бап төрешінің дұрыс шешім шығарғаны бізге сондай ұнады. Сондықтан шыққандай сол ба төрешіге ендігі ойындарда сәттілік тілейміз. Бұл ойында Рустем Омаров бір мүсінде кішкене қателік жіберді, екіншісінде дұрыс шешім қабылдады. Соны біз айтуымызға тиістіміз. В матче Шахтер-Акжетпес произошел очень непростой момент для второго ассистента Кусаинова Елеша. В момент передачи мяча все игроки находились в движении. И в момент передачи мяча игрок Акжетпеса находился чуть-чуть ближе к линии ворот, чем игроки обороняющейся команды. Плечо и тело были ближе к линии ворот. Елеш Кусаинов в этой непростой ситуации принял очень хорошее и правильное решение. Он отменил гол, который был забит из вне игры. На 78-й минуте этого же матча Акжетпес Шахтер произошел, на наш взгляд, ключевой момент, когда арбитр Рустам Омаров не назначил пенальти за игру рукой. Мы, комиссия, детально рассматривали этот эпизод. На пленке отчетливо видим движение руки к мячу. Видим место контакта мяча, то есть это район локтя. И на наш взгляд арбитру следовало назначить 11-метровый штрафной удар. Считаем это серьезной ключевой ошибкой в этом матче.
И думаем, что арбитру не хватило концентрации, чтобы разобраться в этом моменте.